Всем привет! Это воскресное видео. Мне нужно ходить каждый день, чтобы разрабатывать ногу, чтобы в следующие выходные поехать в Белград, я надеюсь. Ксюша уже давно не играла в мафию, потом у нас было в планах встретиться, может быть. Смотри, здесь уже с кем-то. Смотри, как... У нас в соседнем доме на углу, смотрите, инжир уже вовсю набирает силу. Тут явно сдохнет. Скоро потемнеет. Какой скоро? Я думаю, что не скоро. Ну, относительно. А вот здесь киви растет. Кстати говоря, я только в Сербии узнала, что киви растет на лозе. Я, честно говоря, думала, что... Да, я даже, наверное, и не задумывалась, как растет киви. Но почему-то я удивилась. Вчера Лина нас высадила в центре Пазовы. Мы шли до дома пешком. И получилось у меня вчера 7000 шагов. Нога у меня, естественно, отекла. Но на утро все прошло. И как я следую рекомендациям врача, который мне понравился на Ютубе, что если у вас присутствует отек после нагрузок, но на утро все проходит, нога не болит, значит, ваш организм выдерживает такие нагрузки, и можно продолжать. Если отек есть и боль есть, значит, надо на 3 дня прекратить нагрузки на поврежденную ногу. У меня пока, я считаю, что все идет нормально, но раздражает хромота, которая пройдет со временем, и что... Она пройдет, как ты разработаешь сустав. Быстро ходить не получается. Гибкость самого сустава. Ну да, и по лестнице смотрите, я хожу. Сколько здесь цветов. Только боком. Прямо на дороге у нас растут такие цветы. Это... Судя по листику, это боярышник. Это ирисы же. А я что сказал, цветы. Цветы не ирисы. Желтые, белые. Такие яркие. Пахнут. Через экран не передать, но скоро уже дойдет уже технологии до этого. Наверное, будут передаваться запахи. Да, я тут слышал стартап, который собирается делать освежители с телефона. Котик убегает. Это целый тигр, а не котик. В Сербии жара. И я очень надеюсь, что не похолодает, потому что не хотелось бы, чтобы вот сейчас 26-27 градусов, а, допустим, в мае будет холодно, было бы не весело. В общем, идем до нашей цели, а потом обратно, чтобы было, не было простоя. А благодаря моей маме я узнала, что это дерево называется сумах. И вот из этих красненьких делается приправа. Она очень похожа на уксус. Она прячется в стене, на самом деле. Но я не пробовала. Я вообще не знаю. Из приправ люблю, наверное, только соль. Да ладно. Ну, я не могу сказать, а что... А как же там ям? Значит, ты любишь имбирь. Любишь карри. Любишь... Я не буду во все блюда добавлять вот в специи в огромных количествах. Я понятно. Не люблю много разных вкусов. Вот дерево спилили, в том году было. Да. Дерево спилили, для нас это загадка. В Пазове и так мало деревьев, зачем их спиливают, непонятно. Я сейчас стараюсь не читать какие-то новостные каналы в Телеграме, потому что каждый день происходит что-то ужасное, почти ничего хорошего не происходит. Не знаю, может быть, есть отдельный какой-нибудь новостной канал, посоветуйте, где только хорошие новости. Можешь его сама сделать. Да, такой как это. Солнышко светит. Может, канал культуры. Солнышко светит, небо голубое, радуйтесь жизни. Канал Спас явно уже не о том. Вот, в Оренбурге населенный пункт или городок Орск затопило. Там прорвало дамбу в 3 местах, по-моему. Там, чтобы этот населенный пункт не страдал каждый год, когда начинается паводок, или как это называется-то, когда вода прибывает после зимы, была насыпная дамба, я так поняла, из... Ну, из чего там брусчатка, песок, из чего там делают дамбу. И вот она в 3 местах прорвалась, видимо, не выдержала натиска воды.
Ну и людей там эвакуируют животных и так далее. Так все это ужасно, конечно. Так не хочется, чтобы страдали люди, животные, ни в чем не повинные. Особенно жалко, когда кошки, собаки не понимают, что им делать, их никто не спасает. Которых оставляют на привязи во дворах. Сразу вспомнила, как в Благовещенске тоже, там, я понимаю, каждый год происходит затопление весной, и власти особо ничего не делают. В очередной год затопило там все, и звери в зоопарке оставались в клетках. Мне было их безумно жалко. Такие новости вообще невыносимо читать. Так что сочувствую, конечно, всем людям, которые пострадали, и которым, наверное, выплатят, как всегда, $100, 10 тысяч рублей на восстановление жилья, которое стоит несколько миллионов. И сразу же вспоминается ролик жителей некой глубинки, которые рассказывают, как вот они ходят в туалет, что, ну, российской глубинки, что они в туалет ходят в уличный, значит, крыша у них протекает, все дорого, пенсии не хватает и так далее. Но почему-то у них не проводится параллель никакая, у них не складывается 2 плюс 2. Саша, это не связано. Да? Просто всегда хочется спросить, но, может быть, в этом кто-то виноват? Нет. Если это связано с муниципальным каким-нибудь или общественным зданием, типа школы, и они ходят на улицу, да, тогда тут к властям вопрос. А если у тебя дома нет туалета, ну пойди да сделай, блин, в доме туалет. Я не понимаю здесь, как бы... А если у человека мизерная пенсия, на что он сделает туалет? А мизерную пенсию благодаря кому? Ну, мизерная пенсия, да. Или... Ну, просто это не про туалет история. Ну, она живет в таком доме, где уличный туалет. У нее протекает крыша, она спит с тазиком меж ног. Мы с Сашкой смотрели видос про Курск, как он, когда его затопило. Там все эти истории не связаны. Город Курск, а подлодка. Подлодка, да. И брали интервью у подводников, которые, соответственно, плавают на... Которые жили в городе Видяево. На атомных подводных лодках. И все аргументы, которые им приводил корреспондент, никаким образом вообще не задавал мысли, как бы, как так вы, значит, плаваете, защищаете, у вас такая мизерная зарплата. Это вообще... А вы делаете такую ответственную работу. Они говорят, ну, вся страна так живет, надо затянуть пояса. А? Кто это был, кого мы смотрели? Даренко. А, Даренко. Если есть желание, посмотрите, потому что... Это последняя передача Даренко на... Первом канале. Или РТР. В общем, на телевидении, последнее, после которого... Его оттуда уволили, потому что он позволил себе критиковать президента. Очень жестко критиковать. Понятно, что вы сейчас фанаты, все нам, наверное, напишите, что там сейчас все отстроили просто новую, я не знаю, Италию, Венецию или какой-нибудь Цюрих. И подводники живут отлично, зарплата у всех замечательная. Мы не будем с вами спорить, может быть и так. Но на тот момент, когда Даренко снимал, было все уныло, грустно и печально. Не знаю, у нас в комментариях был человек, который мне доказывал, какие сейчас огромные зарплаты в России у учителей. Вот я недавно наткнулась на комментарии, обсуждения. Фельдшеры тоже в глубинке устроились, сделали пикет, пикет-митинг или прошение, не знаю, как это назвать. В общем, акцию о том, что им не хватает зарплат. Их зарплаты там очень мизерные, им не хватает даже на жизнь, даже их подработка их не спасает. Так жить надо, знаете, по карману, ни хрена себе, офигеть. То есть они просили президента увеличить их зарплаты. Они медики, да, они спасают жизни, но им не хватает денег. И я на 100% уверена, что неплохо живут какие-то большие города, типа Москва, там, допустим, Питер, Новосибирск, Екатеринбург. Я думаю, что в глубинке все остается на таком же низком уровне. Я думаю, все потому, что у них нет финансовой грамотности. Вот президент может себе позволить на зарплату дворец в Геленджике, значит, он ее строит. А вы как бы не можете, зачем вы покупаете машины, там, еду вообще? Мне кажется, можно без еды немножко обойтись.
Это был сарказм. Сергей, кто не понял, мы дошли до магазина. Так что пишите название телеграм-каналов, где печатают, где пишут только замечательные, прекрасные новости. Да, то, видите, новости. Мы решили рассказать замечательные новости, в итоге оказалось как-то все незамечательно. Нет, так их нету, прекрасных новостей. Во всем мире происходит какой-то кошмар. Ну, кроме нашего городка, у нас здесь все спокойно, видите, все еще ездят, чинят. Банки валяются. Только мусора, мусор валяется. Идем мимо Сережи, обсуждаем цветы. Слушайте, я помню, что вот эти цветочки в детстве я называла ноготками. Я не знаю, как они называются в реальности по-правильному, да? А Сережа говорит, что это не они. По-ботанически. Но я помню, что ноготками как будто мы их называли. Ноготков – цветок бахромистый. Короче, напишите нам в комментах, ноготки это или не ноготки. Да, а вот сирень. А вот сирень. Чахлая. Зато пахнет. Ну, пахнет неплохо. Да. Здесь три песика, три носика. Вот Еден, вот два, третий где-то потерялся. Терпский 12. 12. Да, я говорил 2 на эст. 2 на эст. А я говорил 2 на эст. А. И они, как всегда, не понимали. А, с Ксюшей тут опять расхаживалась я по своему дворишту. Рассказывала ей, как, во что мы играли в детстве. Вспомнила про казаки-разбойники, кто играл, вот когда чертишь стрелочки. Я пару раз только играл. По-моему, казаки убегали или разбойники? Разбойники стрелочки рисовали, а казаки по этим стрелочкам должны были их найти. Да, казаки и половцы их искали. А там должен быть в самом конце крестик, и типа вот в радиусе там, не знаю, 500 метров мы где-то спрятались. 500 метров? Ну, я не знаю. Саша, это, блин, несколько дворов, 500 метров. Хорошо, 100 метров. У меня с расстоянием плохо. Я вообще хотела сказать в радиусе километра. Это вот мы сейчас идем в радиусе километра. Второе, во что мы играли, это прыгали в резиночку. Когда были первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, еще надо было по-разному перепрыгивать. И, значит, мы по очереди воровали эту бельевую резинку, то там... Одна моя подружка у своих родителей, то кто-то другой, и всегда все ругались и так далее. Значит, еще была такая... Ну, прятки, это понятно. И отсюда. Еще была такая у нас забава. Мы находили стеклышко какое-нибудь от бутылки, допустим, зеленое или коричневое. Это самое прям козырное. Белое это было не козырное. И, значит, надо было вырыть ямку, положить туда всякие... цветочки, камушки цветные, там, не знаю, еще что-то. Ну, в общем, куча всякого барахла, и прикрыть это стеклышком, это вот от бутылки, это называлось секретик. А мы играли в городки, это когда ножичками кидаешь в землю, он втыкается, ты делаешь кружок. И я помню, что, типа, когда у тебя город же отбирают, надо сделать такой город, чтобы в него было не попасть. И рисовали максимально маленькие порой городки, чтобы в него было не попасть, но ты в него при этом должен встать. Я в один момент, мне папа говорит, что ты ножом играешь? Вот тебе напильник, играй напильником. И я, короче, вышел играть напильником, и у меня напильником тоже хорошо получилось. Ксюша очень удивилась. Я говорю, так у нас телефонов не было мобильных, поэтому мы играли во всякие игры, во всякую ерунду. Пишите, во что вы еще играли. Может, я что-то и забыла. Ну, какие-нибудь там, не знаю, прятки, салочки, водяное, это все, конечно... Естественно, но что-нибудь интересненькое такое, типа резиночка, секретики. Вот от ноготков мы отрывали лепестки и делали ногти. Наклеивали сверху свои ногтевой пластины, типа ногти накрашены. Ах, вы садисты. Еще мы из одуванчиков, значит, делали куколок. Из одуванчиков делали куколок. Ксюша, я тоже показывала. Срывали одуванчик. Хватит уже рассказывать. Расщепляли стебель на много-много частей. И в луже он закручивался в кудряшки. И вот уже голова куколки. Так что пишите в комментариях, кто во что играл в детстве интересное. Если вы вообще играли. Потому что Ксюша была просто в шоке. Они теперь в телефонах сидят. В общем, мы почти дошли до дома. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всех обнимаем, целуем. Ну, всех хороших людей. Всем пока.
И донатики приветствуются. Да.